231 гривна за вот этот весь наборчик. А вот это что? Вот он идет в таких специальных коробочках, да, запакованное. Главное, что та, когда шла, не смахнула ничего здесь, а то нам придется платить. Очень красивые коллекции. Этот магазин мой самый любимый, потому что тут можно много всего купить. 37 гривен. Нас, говорю, дедушка любит компот наливать в такие бутылки. Да. Вот. А тут она такая же обычная, но с рисуночком. Да, такая все украшенная. А еще есть тут красивые часы. Салон какой на мучке. Так, ничего не трогаем. Мне Аня что-то с этим не говорила. Это очень опасный ряд, особенно этот, потому что тут есть такие всякие чашки, наверное, старинные какие-то, или из какого-то этого материала сделанные, что вот одна вот такая вот чашечка стоит 5000 гривен. И вот 5300 гривен. И вот 2805 за вот эту вот упаковку. Вот. Это ужасно. Сейчас мы пойдем в игрушки. Мы сейчас будем выбирать подарки на 8 марта Тай и Аси. И еще к нам приехала моя невестка Анечка с нашей племянницей, с Настенькой. И мы тоже Настюше выберем какую-то игрушку. И Ане что-то тоже выберем. Не знаю, что это будет, но сейчас посмотрим. Мама, ты хочешь себе что-то купить? Я не знаю, что это будет. На игрушки пойдем. Ася, идем посмотрим, вот там белые рамочки. Ну, да какая разница, мне не нужно одинаковое. Я хочу, вот у нас в спальне висит белая рамочка с фотографиями. И я думаю, или взять вот такой формы. Или вот эту. Написано family. Family. Да, мне не нравится надпись «Фэмили». Как ты думаешь? Вот рядом стой, она будет нормально? Да, дашь мне кто-нибудь включить, да? Да, но только чтобы она будет отличаться. Ну что? Ну я не знаю, как ее взять. Самая лучшая сторона вот эта. Пусть мама так будет. Мама, купи это будет. Мы не знаем, какую рамочку выбрать. Эту, она больше размером, она дороже. Но я переживаю, чтобы она не была очень громоздкой на моей стене. У меня там очень много фотографий. Тая. Да, у нас вся комната увешана фотографиями. Таечка, какая лучше? Какая? А это не нравится? Почему? А почему? Объясни. И что? Там же будут наши фотографии. Тае нравится поменьше, а мне нравится побольше. Мне тоже, я сама. Сама. Да? Ну это более эффектно. Нет. Все-таки я определилась на вот этой большой рамочке. Но
она такая, конечно, габаритная, но здесь много фотографий, они разного размера, мне она больше понравилась. Ну, я думаю, что на нашей стене она будет хорошо. Да, она очень оригинальная. Давай, Стая кричит, идем в игрушки. Стая, идем выбирать идем игрушки ей и мне, потому что какие-то констовары. Мама, я влюбилась, мама. Так, ничего не хватает. Мама, это мир моей мечты. Детский сад. Мама, как ты думаешь, кто лучше? Единорог или вот эта собачка? Стая. Кто лучше? Единорог. Ась, у тебя куча игрушек. Там еще Тая влюбилась. Я влюбилась в этого мягкого котенка. Пожалуйста, купите мне его. Купите. Покажи. Мне нравится он. Я влюбилась в этот утюг. Папа, купи мне это. Зачем оно тебе? Я влюбилась в одно, как и в другое. Зачем? Я хочу. Зачем? У нас нет умывальника дома или что? Зачем? Это детский! Детский! Зачем он нам? Не хочу его покупать, он неинтересный. Идем игрушки пошли. Может, куклу, я не знаю, это не нравится. Вот, вот! Нет, это мне не все не надо. Нет, это мне не надо. У меня сейчас такая чучела у Деда Мороза. Дед Мороз подарил? Да, вот такие. Я не могу пока выбрать, что хочу. Ну, выбирай. Боже, мама, это что? Корюха. Это Little Pony, Pinkie Pie. Да, это гравюра. Нет, мне не надо. Надоело. Нет, у нее уже было. Ну, она любит лучше эти печати ставить, да? А ну, как она там делает? Лучше выбрать, это полезно. Нет, это я хочу, я это купить. Так, ну, больше, кроме этого. Вот она, видишь, вот так ставит печати разные. Вот, раз, сердечки. И потом можно, где она была, эта печать, я не знаю, вот этой штучкой стирать, да? Вот этой штукой раз, стерли. Мама, поняла? Я хочу, чтобы мне хватило и на собачку, на какие-то костовары. Я не хочу ее оставлять, тут правда, не хочу. Да? Хочу. Мама, как ты думаешь, что играть эту собачку? Не знаю, ну так. Ой, что это? Что это? Не знаю, это какой-то контур обводить. Нет, это я не хочу тоже. За ней ходили. А я знаю, что хочу. А, так, купи куклу себе. Не хочу. Я нашла себе партнера по танцам. Гривен куклы. Вы что, издеваетесь? Мам, я думала, что... У вас сегодня что, день рождения? Не день рождения, слабое. Ну, мама, вы что? Это мечта. Ну, цена, посмотри, какая. Это мечта. Тут таких миленьких зверюшек так много, что я не знаю, какую мне выбрать. Тут есть большие зверюшки, маленькие. И есть вообще брелочки. Но мне хочется вот такие средненькие. Они такие классные. Может, мне выбрать вот
такого совенка, он как раз по цвету к моему свитеру. Все мое. Тай, ну блин, ну не знаю. У нас полная комната перегорожена транспортными средствами. Мама, ну помоги, купи! Какая? Да, есть два вида черепашек. А. Ну тебе еще кроме черепашек. Не знаю, черепашка симпатичная, да? Да. Я там и боюсь здесь отпускать саму. Это очень опасно. Это собачка грустная, она сейчас заплачет. Я люблю грустных собачек. Это жаба. Это жаба. Здесь дельфин. Не, ну дельфин это банально. Да. Мне очень нравится собачка. Черепашка нравится. Ну бери совенка. Я не знаю. Да, я. Что это? Это часы. У тебя были такие часы, их было миллион, они все ломаются. Честно, я бы не стала их брать, ну, абсолютно. Типа, они ломаются. Да, они обычные. Положи их на место, где ты их взяла. Нет, да, тетя будет сейчас ругаться. На место. Ну, что вам брать-то, а? Я хочу одного из этих зверей, я не могу без них жить. Ну, бери уже. Да. А здесь вот такая сова. 355. Это пони. Чудесный пони. Не-не-не-не, я уже боюсь узнать ее цену. Не, поставь на место. Ну почему? Ну она не хорошая. А я-то буду работать кружкой, если меня возьмут. Этот заклиненный. Для пупсика? А кого ты будешь копать? Аннабель. Аннабель? Да, купи. Ты точно ее хочешь? Я хочу. А вот там была еще коляска с другой Машей. Мне кажется, та была симпатичнее. Нет, у меня все походы в игрушечные, но они заканчиваются трагично. Мама, мне вот это надо купить. Ну, это я не хочу их всех оставлять здесь. А ты возьми себе черепашку. Ты ее берешь? Посоветуй, Тая, что ей взять? Черепашку, она думает, или сову? Я не могу или взять эту собачку. И то. Какую здесь? Собачку. Ну, купи ящик. Это Настя. А мне коляску. Точно это. Пойдем еще вторую посмотрим. Я не еду нравится. Я не знаю, кого мне выбрать. Мне правда хочется их всех. Они все такие милые, с такими глазами. Тоже их лучше. Они все такие милые, я их правда всех хочу. Купите ей! Мне купите коляску! Собачка, лисенок, сова и черепашка. Одного выбирай. Это счастье. Выбирай! Ну хочешь, возьми двоих. Я не знаю. Я тебе подарю на 8 марта двоих. Хочешь? Хочешь? Ну, бери. И мне коляску. И тебе коляску. Мне больше ничего не надо. О, боже, детский сад. Все, купи. Посади туда. Я предлагаю, пойди еще одну коляску посмотри. Пойдем только посмотрим, если нет, то я очень хочу коляску, это моя мечта. Там очень. Стоп. Поехали. Купи.
купить. Спить? Да. А ты будешь себя хорошо вести? Точно? И нервы мотать не будешь? Да вообще не будешь? Да не может такого быть. А если будешь, то что делать? Потом? Да я буду лучше. Это все, что мы берем. Мама, мне вонять больше, чем я такая. Ну, мне такая. Уже такая. Нашли шампунь вот такую, написано «Зайка Тая». И меня же пошли. А «Зайка Ася». «Зайка Тая», «Зайка Ася» нет. Взять вам шампунь по голову мыть? Легкая расчесывание. А ну открой, понюхай. Да, открывай. Вот, там, с другой стороны. Ну-ка, клубничка. Давай, бери. Нюхай. Стоп. Ням. Его не едят. Мама, ну кажется, что возьми его. Здесь наклейки и разукрашки. Я хочу найти что-то полегче. Она еще маленькая. А ну, Ась, помоги. Да. Это сильно сложно. Умные наклейки. Это еще рано будет. Мама, здесь пакетики пошло. Смотрите, нам пакетики пошло. Настя любит, она маленькая, водные раскраски. Это когда кисточкой с водичкой берешь, намачиваешь картинку, она становится цветной. Я нашла пакетик, где находится пэтшоп. Давай возьму. 85 гривен. Давай вот этот возьму. Так, Тая. Да, тут находится такая игрушечка маленькая. Одна фигурка какой-то зверюшки в закрытой упаковке. Вот давай такой возьму. Little Pet Shop. Давай, Little. Как ты посмотришь? Смотри, какая страница. Стоящие есть! Я слышу, мне плачу, может, ее сходить. Мы все очень рады. Рады. Давай.